Ну и что называется, параллельно в небе над Балтикой американский ядерный бомбардировщик попытался отработать удар по Петербургу. Вы не ослышались. Ядерный бомбардировщик, удар по нашему Петербургу. Носитель ядерных ракет Б-52 поднялся над территорией Эстонии и совершил несколько учебных, как было заявлено, подлетов к цели у самых границ России. Однако средства ПВО ВКС засекли приближающиеся к границам объекты и вовремя их квалифицировали, сообщает Национальный центр управления обороной России. Воздух сразу был поднят, истребитель Су-35. Он вернулся на аэродром базирования лишь после удаления американских стратегов от государственных рубежей. Нарушений границы допущено не было, но тут надо отметить, что США уже во второй раз за месяц демонстративно устраивают ядерные маневры над Балтикой. Ровно неделю назад Б-52 «Стратофортес» уже маневрировал всего в 200 километрах от Санкт-Петербурга. Я, конечно, не военный эксперт. И уж тем более не агрессор, но очень бы хотелось и уверена, что найду поддержку среди наших уважаемых зрителей, чтобы в следующий раз, если он, не дай бог, случится, незваных гостей не только выдворили, но и скинули на них топливо и хорошенечко обкеросинили, чтобы Пентагон наконец пришел в чувство.